Реконструкция аэропорта Емельянова может затянуться. Дело в том, что Красноярская ГЭС отказывается от владения воздушными воротами Емельянова. Напомню, компания победила в торгах и заплатила за контрольный пакет акций более 4 миллиардов рублей. По инвестиционному соглашению она должна построить новый пассажирский терминал аэропорта до конца 2017 года, а к работе приступить уже в январе 2016. Правда, передача 51% акций в собственность ГЭС так и не состоялась. Компания сама приостановила процесс и попросила переуступить права некой фирме ООО «Красинвест». Пока же единственным владельцем аэропорта Емельянова остается Красноярский край. Этот вопрос сегодня рассмотрят депутаты на сессии Заксобрания. Все подробности расскажем в главном часе в 19:00.